Быть добрым просто, решили руководители международных благотворительных организаций и отметили морозный день красным цветом календаря. Во всем мире сегодня отмечается День спонтанного проявления доброты. Для жителей Чебоксар, как и для миллионов людей по всему миру, этот день прошел под эгидой добра. В этот день во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. В России этот праздник пока только приживается. Однако, несмотря на это, многие жители нашей республики начали сегодняшний день с хороших поступков. Кошку вот сейчас только что подобрали. Вот оттуда вот. Кушать хочет она. Загреть себе? В цирке бабушке подал денег. Сегодня буквально. У меня вот у друга перчаток нету. Я вот несу пакет его, потому что у меня перчатки есть. Я добрый. К утрам я посуду помыл. Кухню протер, полы. Это, я думаю, с утра такое достижение. Это доброе дело, думаю. Но позитивными в этот день были не все. Нет у меня, я злой человек. То ли дело в Дне доброты, то ли действительно ничто человеческое нам не чуждо. Все же чаще на улице нам попадались светлые и отзывчивые люди. Старушку посадила в маршрутке. Сегодня бабушка через дорогу перевел. Помог человек, который ушел в кювет на машине. Я его тоже вытаскивал. И, в принципе, больше нет. Неделя только началась. Держи. Спасибо. Помните, если вы ожидаете благодарности за свой добрый поступок, это не может считаться истинной добротой. В этот день, как призывают организаторы, надо быть добрым во всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Республика.